С вами канал Владелец аквариума, я Дима. И сегодня я покажу, что же я собрал для того, чтобы у меня получилось удачное разведение креветки омана. В первую очередь это аквариум. Вот такой 10-литровый аквариум, в котором буду получать ту самую зеленую воду, которая вызывает самые главные сложности. Вот. Есть также такая подкладка под аквариум. Вот. Что у нас дальше? Аквариум. Вот такой корм Mosura Shrimp Ton. Его количество тут 5 грамм. С помощью именно этого корма я буду получать зеленую воду. Одну ложечку этого корма буду помещать уже в засоленную воду, и спустя некоторое время она должна зацвести. Вот. Для того, чтобы все у меня было правильно и получалось, я знал плотность и соленость воды, у меня есть следующий прибор. Это рефрактометр, с помощью которого я буду знать, что у меня уже есть необходимая плотность воды, соленость, а это 35. Вот, им я буду измерять воду. Так, что дальше? Дальше, соответственно, это набор света. Это обыкновенный USB удлинитель и два фонарика. Один аквариумный аквалайтер. Второй вообще какой-то компьютерный USB. Свет необходим для того, чтобы выманивать вновь появившуюся личинку из пресного аквариума для сбора в аквариум уже в соленую воду. Но второй фонарь будет постоянно светить на аквариум, там, где уже соленая зеленая вода. Вот, светят они вот таким образом. Оба этих фонарика. Вроде как этого должно быть достаточно. Дальше это нагреватель из колоровского набора. Я думаю, пригодится вам, потому как прохладненько. Ну, посмотрим. Вот. 2 метра шланги я запасся воздушной. Вот. Обратные клапана, тройничок, распылитель. Ну и также колоровский мини-компрессор. Думаю, его хватит за глаза для 10-литрового аквариума и для банки, в которой креветка будет метать икру. Вот. Ну и как дополнительный аксессуар, это электронный градусник. Все, пока сложим в аквариум. Вот. И следующее видео я уже вам сделаю, как я буду подготавливать соленую воду. До встречи. И забыл про самое главное, без чего вряд ли этот проект может получиться. Это, конечно же, вот морская соль компании Aquaforest. Aquaforest рифовая соль. Ну, вот. Здесь ее 5 килограмм. Для приготовления примерно 140 литров соленой воды. Я думаю, мне этого хватит. Теперь точно все. И ожидайте видео, где я буду солить воду с помощью вот этой соли.